Буэнос диас, братва! Ядерный рассветный взрыв ваш экран, и это значит, мы продолжаем проходить чертов Crysis Warhead. Тих, это Эмерсон. Пока мы не разработаем план выхода, твоей главной целью остается поезд. Не отставай от него, а если удастся, захватим. Понял. Этот поезд движется к аэродрому. Если контейнер окажется в руках полковника Ли, все кончено. Мы видели, какие разрушения причинили эти существа на острове. В настоящий момент сложно сказать, кто опаснее, корейцы или эти твари. Достаточно. Если полковник Ли получит свою посылку, нам конец. Да, паровозик у них пиздос алдовый. Как думаете, что веселее, ушатать нахуй водилу? Или заставить тачка сделать бум? Блять, это чё, 24-ка? Ебать копать! Ребят, вы тут не охуевайте, пока я с той стороны работаю. Бумц. Пиздос. В смысле, блядь, еще один? Хелли сделал бум. Уже второй, между прочим. Так, сейчас и АПЦшки достанется. Хлоп нахуй. У тебя с калаша ушатаю, псина сутулая. Сука, слева работает. Третий вертолет, да что ж за ёб твою мать-то, а? Да спать иди, оп. Ну он, собственно, и ушел довольный. Наебся и спит. Тах нахуй. Ну и опять тах нахуй. Да ебать тебя в уши нахуй. Ой, гори! Вот это салют, вот это я понимаю. Кто там выебурил, псы? Ой, лачугу сложилось пополам. Йо-хо! Псих! О'Нил! Ты, беспокойный сукин сын, ты знаешь, сколько я тут кружил, высматривая тебя? О'Нил, какое у тебя здесь задание? Мэм, я вернул морпехов. Теперь на поисково-спасательной операции. Этой операции руковожу я. Спасатели нам тут не нужны. Занимайся своими делами. Но в мою миссию не вмешивайся. Ты понял? Понял, мэм. О-о-о. Да я, оказывается, не одинок. Похоже, поезд замедляется. Что они собираются делать? Система автоматически останавливается у следующей станции. Посмотри, удастся ли тебе захватить поезд. Я готовлю для эвакуации тяжелый транспортник, но на это требуется время. О'Нил, ты видишь какой-нибудь переключатель или что-то похожее? Из-за рельсов выглядывает башня. Может, это... Ох ты ж ебаный в рот! Быстро меня сняли. Да ебись ты в уши! Ну, сделаем вид, что это повтор.
Так, вроде бы я его изнасиловал. Вроде бы. Йо-хо! Псих! О'Нил! Ты! Беспокойный сукин сын! Ты знаешь, сколько я тут кружил, высматривая тебя? О'Нил, какое у тебя здесь задание? Мэм, я вернул морпехов. Теперь на поисково-спасательной операции. Этой операцией руковожу я. И спасатели нам тут не нужны. Занимайся своими делами. Но в мою миссию не вмешивайся. Ты понял? Понял, мэм. Похоже, поезд замедляется. Что они собираются делать? Система автоматически останавливается у следующей станции. Посмотри, удастся ли тебе захватить поезд. Я готовлю для эвакуации тяжелый транспортник. Но на это требуется время. О'Нил, ты видишь какой-нибудь переключатель или что-то похожее? Из-за рельсов выглядывает башня. Может, это диспетчерская вышка? Похоже на то. Я залезу туда и устрою им козу в огороде. Только на этот раз не забудь предупредить меня до того, как произойдет ядерный взрыв. Да вы чё, собаки? Поохуевать там надумали. Спать, уёбок. А, там еще и снайпер сидит. Ну, блять, ты напросился, чувак. Ты, блять, ёбаный терминатор. Куры. Максимум брони. Эй, что за черт? Они не должны были стрелять в меня. На схеме шахты эта вышка действительно обозначена как пункт управления рельсовой системы. Заберись туда и обездвижь поезд до того, как он тронется. Максимум силы. Скорее забирайся в диспетчерскую, псих. Я так долго не протяну. Я их поджарил. Так, ну теперь самое веселое. Залезть на вышку до того, как меня оттуда собьют. Блять, 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 блять. Успею, не успею. Да, детка. Черт, похоже, кто-то меня опередил. Поезд трогается. Отличный план. Да пошел ты. Псих, продолжай следовать за поездом. Мы не можем его упустить. Псих, я пока не могу сообщить расчетное время прибытия тяжелого транспортника. Передаю это руководству. Где мы можем устроить засаду? Подходящее место находится за мостом через реку Анг. Отряд моих инженеров движется к мосту, чтобы перекрыть его. Как только это будет сделано, мы перейдем к захвату контейнера. Понял. Ого! Глазам не верю. Эти чертовы механики меня кинули. У меня закончились боеприпасы. Парень, ты же ведешь поисково-спасательную работу. Чего же ты ожидал? Да, поиск и спасение. Будь они неладны. Слушай, я все равно могу помогать. Я буду с воздуха отслеживать объекты до тех пор, пока хватает топлива, хорошо? Ты здорово мне поможешь. Ну что ж, начинаем. Корейский поезд приближается слева. Ага. Это все, что ли? Справа сейчас будет корейский лагерь. Это типа как в Казани. Менять пулеметы один за одним. Хорошо. Справа приближается корейский поезд.
Закидывайте гранатами первую огневую линию. Вооруженный конвой. На 9 часов. Оружие к бою. Сука, да и с ними никакой брони не хватит, однако. Идите сюда, индейки ебаные. Тут он, блядь, такой умный. Сука. Да и хуй с ним, в принципе-то. А нет, не хуй. Давай уже. У, блядь, красиво упал. Прям вообще чётенько. Справа от выхода из туннеля несколько корейцев. Так, ну чуть-чуть, естественно, причешем всю эту хуяльню. Так. А остановочка-то не запланирована, по-моему. Или мне показалось? По-моему, нихуище мне не показалось, ребятки. Перед тобой болото, псих. И я ни черта там не вижу. Я тут покружу, пока ты оттуда не выберешься. Но у меня топливо на исходе, понял? Понял, Анил. Спасибо за все. А с этих я могу шмалять вперед. Да и в принципе на 360. Нихуйски так. Где ж я раньше был? Псих, это Эмерсон. Пророк и Намад выбрались из сферы. Отлично. Намада призвали обратно на главный авианосец. Я пытаюсь добиться его присоединения к операции по захвату контейнера. В присутствии Намада нет никакой необходимости. Я и сам могу справиться. Ты не входишь в отряд хищника. Ну и что? Я уже здесь и весь киплю. Твой транспортник даже не сможет поднять груз. Я могу вернуться на базу и подготовиться. Но это может сделать и Намад. Знаешь что? К черту Намада. Понял. Послушай меня внимательно. Твои предыдущие похождения служат для меня веским основанием считать, что твое присутствие навлекает риск и на миссию, и на моих людей. К его послужному списку это не относится, мэм. О'Нил здесь, он готов участвовать в миссии и может обеспечить доставку груза. Ладно, псих. До сих пор ты оказывался прав. Поверю тебе и на этот раз. Приступайте. Послушай, псих, у меня топливо почти... Твою мать! Я подготовлю транспортник к эвакуации. Ты знаешь, что делать. И не наломай дров в этот раз. Постараюсь. Поезд сбрасывает скорость. Остановка системы не предусмотрена. С контейнером что-то происходит. Псих, мы засекли неопознанные объекты на высокой скорости, движущиеся в твоем направлении. Они окружают контейнер. Что ты видишь? Пока ничего. Я знаю, что происходит. Ксеноморфы своего вытаскивать пришли. Из автозака. Ну, поезд зака, ладно. Ксеноморфы своих пришли доставать. Ксенобиоты ебаные. То корейцы. То какие-то жуки-пауки. Блять, что за хуйня тут творится на этих ебучих островах? Я уже говорить нормально не могу, а после записи, скорее всего, придется идти курить. Контейнер. Охраняйте его. Ой, блядь. Приближается группа вражеских объектов.
Еще нескольких засек радар дальнего действия. Удачи. Буду держать вас в курсе. Ну идите сюда, уроды! Псы мохнаты. Так. Псих, к тебе идет еще одна группа. Вообще по хуям. Патронов у меня навал. Бумц. Сука. А, сука, я все-таки перегрелся. Ага. Так, этот уснул. Тихо, что ли? Тут. Псих, внимание. Это была последняя атака. Сопровождай контейнер к мосту. Когда он будет там, готовься к эвакуации. Блять, а в движении-то по этим уркам палить сильно сложнее. А, вон орк ползает. Ну, похуй. Главное, чтобы это хуяльно за мной не увязалось. Единственное легкое решение из всех, что вы приняли за день. Хорошо. Инженеры ждут вас. Помните, если эвакуация контейнера окажется невозможной, он не должен достаться корейцам. Повторяю, если вам не удастся вывести контейнер, уничтожьте его. О'Нил, я на мосту. О'Нил, ты меня слышишь? Да хуёв там упаковка, по-моему. Порык нахуй. Но это был нихуя не О'Нил. О, палкаша. Это не твоя вещь, американец. Ну тогда спускайся сюда и отними. Кража — это грех.
Кто бы, блядь, говорил? Поздоровайся с другом. Его поймали на нашем поезде. Вот тебе и Женевское соглашение. Останови его! Брось меня! Нет! Давай! Ты будешь жить! Сказал динамит. Ну а что было дальше, это мы узнаем в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Пока.